Добрый день, с вами канал Малорама. Первый фрагмент, 16-я серия сериала «В конце ночи». Казыма оправдали и освобождают из-под стражи в зале суда. Маджиде, думая, что наконец все закончилось, сказала, что любит его, и наконец они опять будут вместе. Но Казым рассказал, что знает о ее плане мести его матери, и что она вышла за него только поэтому. Маджиде хочет доказать, что она сильно его любит, и вышла за него, чтобы бороться за их совместное счастье. Но Казым очень сильно разочаровался в Маджиде. Ахмед огорчен, что не стал во главе фирмы, ведь брат Казым смог себя оправдать. Берин понимает, что Маджиде вскоре потеряет Казыма, ведь его доверие уже и так потеряно. Маджиде не понимает, как из одной ошибки он может так спокойно вычеркнуть ее из жизни. Ведь она пошла против всех, чтобы быть с ним. Сын Сары, которого она никогда не видела, появится перед ней. Нермин уверена, что Казым может вскоре завести роман с госпожой Назлы, адвокатом, которая защищала его на суде. И поэтому между Маджиде и Казымом возникла пропасть непонимания. Неужели Казым и Маджиде расстанутся? Увидим в 16-й серии сериала «В конце ночи», которая выйдет 24 января в 20 часов ровно на телеканале Star TV. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч!